Шалом, возлюбленный! Мир всем вам от Господа Иисуса Христа и от всех нас из Индонезии. Программа «Время исцеления» молится о вашем благословении и о вашем восстановлении. А теперь давайте примем благословение через хвалу и поклонение. А сейчас я приглашаю вас посмотреть свидетельство, которое расскажет вам о Божьей благости, которая доступна каждому, кто любит Его. Я вышла замуж в 2002 году. И в начале нашей семейной жизни я представляла, как радостно будет в нашем доме, когда у нас будут дети, будут слышны их голоса, они будут играть, веселиться, а мы сможем отдавать им свою любовь. Я представлял, как наши дети будут расти и станут взрослыми, а я смогу привести их к успеху. Через год моя жена забеременела, и это стало таким сюрпризом для меня. Я был очень рад. Я была полна радости, потому что представляла, что в моей утробе ребенок и что мы вместе будем расти. Это была такая радость, которую не передать словами. На седьмой неделе беременности у меня появились
какие-то выделения из матки. Доктор сказал нам, что плод не развивается. Мы рассказали доктору, что в прошлом что-то похожее на плод вышло из меня. Доктор сказал, в то время вы были беременны. Значит, что это ваша вторая беременность? Вот что сказал доктор. Мы были абсолютно шокированы его словами. Я думал, что это ее первая беременность, а оказалась вторая. Мы даже подумать не могли об этом. У меня было сильное кровотечение, и в конце концов плод вышел. Нам было тяжело это принять. Почему я забеременела, но плод вдруг вышел? В 2004 году я снова забеременела. На 10-й неделе беременности, перед визитом к доктору, мне приснился очень странный сон. Я увидела красивую девочку, которая вдруг сказала мне: «Мама, пока». Я спросила: «Куда ты идешь?» «Мама, я пойду домой первой, хорошо?» И действительно, когда мы пошли к доктору, он сказал: «Вашего ребенка больше нет». Если честно, то тогда мне было очень грустно. Я была расстроена и подавлена. Почему это снова произошло со мной? Вскоре я снова забеременела, и все снова повторилось. Мне даже сделали чистку, чтобы достать ребенка. До 2005 года мы пережили еще несколько выкидышей. Это было ужасно. Каждый раз, когда я беременела, у меня появлялось чувство страха, боязнь того, что я могу потерять ребенка. Я боялась, смогу ли снова пройти через все это. Господь, я так устала. Мне было так жаль мою жену, когда я смотрел на ее состояние. Почему? Потому что именно ей приходилось переживать все это. Это она беременела, и плод был в ее утробе. Во-вторых, когда мы встречали наших родных, близких или других людей, они спрашивали: «А где ваш ребенок?» По этой причине мы старались не встречаться с людьми и просто не общаться с ними. Мы старались держать дистанцию. Я так сильно завидовала им. Я говорила Богу: «Они только недавно поженились, но у них уже есть дети. А мы так давно поженились, и у нас было много выкидышей. Что с нами не так?» Эти мысли еще больше вводили меня в депрессию. Вначале я пробовала альтернативные методы лечения. Употребляла разные напитки и травы. Также мне делали традиционный массаж. Но все эти методы не дали абсолютно никаких результатов. Я лично не мог принять тот факт, что у нас были выкидыши. Но мы не знали, почему. Поэтому мы консультировались со многими врачами. Это забирало у нас энергию, время и даже деньги. Но мы хотели знать, почему. Доктор предложил сдать несколько анализов, чтобы проверить наличие краснухи, токсоплазмоза, талассемии и так далее. Доктор даже проверил положение моей матки. Все было в полном порядке. Со временем мы решили пойти к одному доктору, и он посоветовал, что единственное, что он может сделать, это хромосомно-генетический анализ. Когда пришли результаты, выяснилось, что в моих хромосомах есть некоторые отклонения от нормы, а мы и не знали об этом. Это и была причина моих выкидышей, иначе у нашего ребенка были бы врожденные дефекты. Когда мы спросили доктора о решении этой проблемы, он ответил: «Генетические проблемы не могут вылечить даже самые умные доктора. Это не поддается медицине». Я был разбит. Моей жене пришлось страдать из-за этого. Потому что именно она была беременна, и она носила плод. А причиной ее страданий был я. Но вместо того, чтобы обвинять меня, она меня укрепляла. Она говорила мне: «Мы пройдем через это вместе». Некоторые друзья спрашивали меня: «Франц, а почему вы не попробуете осеменение?» С помощью осеменения люди пытаются создать новую жизнь.
Но мы верим, что жизнь создает сам Господь, поэтому я решил не соглашаться на этот метод. Я верил, что если Господь хочет дать мне ребенка, то Он сможет дать его нормальным путем. У меня в голове всегда был вопрос, почему Господь давал моей жене шанс забеременеть, но после этого забирал ребенка? У нее было очень много выкидышей. Мы уже и со счета сбились. Они были у нее постоянно. Было бы лучше, если бы она совсем не беременела. Мы всегда делали для Господа все, что в наших силах. Так почему Он позволил нам пройти через это целых 5 раз? Мне было сложно это понять. Со временем мы стали учиться повиноваться Господу. В Библии сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Мы вспомнили, что пастор Ника говорил, что 2008 год — это год чудес и исцелений, и это укрепило нас. Мы молились вместе. Мы соединили наши руки и сердца в вере Господу и отдав все в Его руки. Мы поверили, что в свое время Господь даст нам лучшего наследника. Франц? Франц? Да? В начале 2010 года меня вдруг стал мучить гастрит. Я приняла лекарство, но боль не уходила. На тот момент у меня была задержка месячных. После того, как я выпила чай от изжоги, меня вырвало. Может, я беременна? Я сделала тест на беременность, и оказалось, что я действительно беременна. Когда мы увидели это, то были очень рады. Но тут же возникла мысль. Мы снова переживем все то, что и раньше? Неужели? В то время моей жене было около 40 лет, а это почти последний срок для того, чтобы женщина забеременела. Но с другой стороны, мы верили в чудо и в то, что это будет год чудес именно для нас. Я старался беречь ее, чтобы она больше времени проводила в постели и чтобы ее беременность протекала хорошо. На 4-м месяце у меня вдруг началось кровотечение. Я сильно испугалась. Приходили разные мысли. Сразу вспомнились случаи, когда плод выходил из моего тела. Но моя духовная сестра напомнила мне. Если Бог дает вам что-то, то Он дает самое лучшее. А сейчас нам нужно верить, что Господь позаботится о твоей беременности. После этого я помолилась, и у меня появились силы. Я верила, что Господь позаботится и защитит моего ребенка и меня. Когда я был за городом, то вдруг получил новости из Джакарты от моих родственников о том, что мою жену доставили в больницу с кровотечением. Это было для меня таким шоком. Что мне делать? Я могу только плакать и молиться. Господь, только Ты можешь помочь нам. И мои молитвы были услышаны. Доктор сказал, что плод продолжает развиваться нормально. Из личного архива. «9 октября 2010 года родился наш ребенок Джастин Аксель Матия, что значит «дар от Бога, данный в правильное время». Невероятно. Мы могли держать нашего ребенка на руках. Несмотря на все хромосомные отклонения, у нас родился здоровый ребенок с идеальными физическими данными и в хорошем состоянии. Это было удивительное чудо для нас. После 8 лет ожидания ребенка и 5 выкидышей мы увидели удивительные Божьи дела в своей жизни. Когда мы послушны Ему, когда мы верны и полагаемся только на Него, Он дает нам желание нашего сердца в правильное время. Бог остается верен себе всегда. Все это время мы сражались, перепробовали все человеческие методы, ходили к докторам, но все зря. Это было невозможно людям, но для Господа Иисуса
Нет ничего невозможного. Господь совершил это чудо. Он дал нам ребенка. Мы верим, что Аксель — это великий дар от Господа Иисуса для всей нашей семьи. Я так благодарна, что у меня такой удивительный Бог. Если Он что-то обещает, то исполняет это. Возлюбленные, а теперь давайте вместе послушаем особенное послание от пастора Ника Ньото Рахардио. Пусть Слово Божье, которое вы услышите, направляет вас и принесет мир в вашу жизнь. Возлюбленные, мы входим в Новый год, который Бог назвал годом новых начинаний. Божья благодать сходит на нас, на Божьих детей, лишь для того, чтобы дать нам максимальные благословения, совершенное благословение во всех наших начинаниях. Кто из вас хочет этого? Сколько вас? Сколько вас? Возлюбленные, вам нужно уделять внимание, постоянно уделять внимание тому, что говорит вам Бог. Для этого и для того, чтобы войти во все эти вещи и пережить их. Возлюбленные, если мы откроем Псалом 32:18, то там сказано: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Кто из вас боится Господа? А кто из вас уповает на Его милость? Это значит, что очи Господа обращены на нас. Скажите «Аминь» на это. Мы можем похлопать Господу за это. Почему Его очи на нас? Чтобы учить нас и направлять на путь, которым мы должны идти. Кто из вас хочет, чтобы Господь направлял его? А кто хочет, чтобы Бог учил его? Кто из вас хочет, чтобы Господь показал ему, какими путями идти? Мы сможем уловить эти вещи, только если наши глаза будут сфокусированы на нем. Если ваши глаза не на нем, то вы будете делать неправильные вещи. Возможно, человек, которого Бог использует, чтобы учить вас, это ваш пастор, ваш друг или ваши родители. Иногда вам может быть больно, если вы этого не понимаете. Вы можете затаить обиду на этого человека, но я верю, что вы все понимаете. Наши глаза должны быть на нем. Если вы хотите переживать Божьи обетования, то ваши глаза должны быть на нем. Если вы понимаете это и согласны с этим, то скажите «Аминь». Давайте поаплодируем Господу. Возлюбленные, новое начало — это намек на Иисуса. Скажите «Аминь». Господь говорит, «Все это обо мне». Давайте откроем Писание и вместе прочитаем первую главу Евангелия от Иоанна. Стихи 1 и 2. Давайте читать вместе. Раз,
два, три. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. А теперь 14 стих. Раз, два, три. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Возлюбленные, в самом начале было Слово Божие, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью, и как Его имя, Иисус. Давайте поаплодируем нашему Господу. Возлюбленные, Господь Иисус — это Сын Божий, но Он также Бог, который стал плотью. Это очень важно. Я часто слышу, что Иисус — это Сын Божий. Хвала Богу, это правда. Но не так много людей говорят, что Господь Иисус — это Бог. Пусть вас это не смущает. Возлюбленные, как это смущает некоторых людей? Как у Бога может быть ребенок? Как? Но с самого начала Господь Иисус — это Сын Божий, а также Он — Бог, который стал плотью. Поаплодируйте нашему Господу. Аллилуйя! Пусть Слово Божье, которое вы услышали, благословит каждого из вас. И пусть хвала, которую мы возносим, будет приятна Ему. Увидимся на следующей неделе в программе «Время для исцеления». И да благословит вас Бог! Bumi ne goyang akeh rin. Lihat kanan kiri, yuk poro konco, yuk poro konco, podo elingo sing maha kuasa. Tiung siro isi urip poro sedoyo. Amin. Cepat jempolnya tinggi-tinggi sama-sama. Kursi jangan mau kalah sama anak-anak muda. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Yuk poro konco, yuk poro konco, podo elingo sing maha kuasa. Mumpung siro, mumpung siro isi urip ing alam donya. Biar bumi akan berlalu, katakan, biar bulan tak bercahaya. Coba lambaikan dua tangan. Matahari tak bersinar lagi. Dengan keras. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang disinggungkannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, katakan. Biar bumi akan berlalu, tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Ingkar janji, semua yang difirmankannya. Ayo tari sama-sama sambil mutar. Shalalala, shalalalalalala. Aku cinta Yesus.
datang. Kulo tresno Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sekali lagi. Tinggi-tinggi, dua-dua. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Kulo tresno Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Kulo tresno Yesus. Saudara sendiri katakan sambil nari. Coba dua-dua jempol tinggi-tinggi bilang kulo tresno Yesus sama-sama. Ya. Kulo tresno Yesus. Saya percaya malam.